Я сильно так не вникала, но он бы не ушел сам, если бы не заварилась эта каша. А там уже сам ли он решил, или его подтолкнули, или ему угрожали, это только он и другая сторона это знает. Но другое дело, что я так просто не очень сильно поняла, насколько мне стало известно, насколько это вообще известно, да, что это все пошло из Штатов. Вот. Я здесь не поняла, почему в европейскую эту историю влезают Штаты. Вот это вот совершенно мне как-то это было немножко дико, странно. И еще более странно, что Европа на это дело повелась. Вот. Она могла бы сказать «до свидания». Вот. Это у нас, не лезьте в нашу семью. Мы в ваши Штаты, вот у вас Соединенные Штаты, вот у вас много, вот вы там разбирайтесь. Вот. А это, весьма это странно и непонятно. И мне бы очень не хотелось верить в то, что Америка реально рулит миром, потому что как-то это весьма странно. Вот. Но не знаю, какой-то процент, наверное, есть правды в том, что не хочется, чтобы чемпионат мира проходил у нас. Я думаю, что другое дело, вряд ли что-то это и изменит. Вот. Но мне кажется, какая-то доля правды в этом есть.